A three, four. Every Saturday night, by sundown, country people in wagons coming from miles around. Виставка Harper's Bazaar Inside the Magazine посвящена 145-летнему юбилею Harper's Bazaar во всем мире. На этой выставке есть лучшие обложки, лучшие съемки. И, конечно же, винтажные журналы, которые мы привезли из Америки для того, чтобы посетители, гости нашей выставки смогли насладиться, почувствовать, буквально осязать Harper's Bazaar. Работа над данным проектом была для меня захватывающим путешествием, в первую очередь в жизни людей, которые создают Harper's Bazaar. И такие личности, как Кармен Сноу, как Диана Вриланд, как Ричард Авидон, как Алексей Бродович, конечно же, Гленда Бейли, конечно же, модели, модельеры, целые жизни, которые переплетаются с Harper's Bazaar, они сложили огромнейший материал, который был пересмотрен для того, чтобы сегодня мы могли наслаждаться этой выставкой.